Министерства внутренних дел. Собственно, голос националистов звучит все громче и громче. И вот сегодня утром один из лидеров националистов, лидер партии «Свобода», сделал даже такое пугающее заявление. Он сказал, что русский язык должен быть запрещен и даже должна быть введена уголовная ответственность за общение на русском языке. Звучит действительно пугающе. Даже вы знаете, я, может быть, на... Так вот, Сикорский сказал, что договоренности с украинским лидером ничего подобного не предполагали. Януковичу безопасность никто не гарантировал. Получается, что международные посредники готовы привести к власти таких, как лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок. Интернет-пользователи сегодня целый день цитируют, что Тягнибок сказал на Майдане. Первое. Должно быть создано Министерство национального самосознания. Второе. Украина должна ввести для русских статус «негражданин Украины». Третье. Запретить говорить на русском языке вплоть до уголовной ответственности.